Ну что, погнали наших. 2 часа, ебашим. Короче, иду вниз, надеюсь, там уже шкаф стоит. Ну, стоит. Изи. О, мне 160 душ осталось. Нормально. Тортик. Тортик. Короче. Короче, спиздил шмотку в свое время. Из гильдии свалил. Вот, я хочу кинуть. Тортик. Вот что здесь? Я хожу, да, чуть-чуть. Не паладина с третьей группы, блядь. Возьми лучше он, блядь, япончик. Это, блядь, это тьмо последнее, которое я вообще в рейде не хочу видеть. Хорошо. Япончик паладином, да? Давай. Напиши нам, такие дебилы не нужны, если будет спрашивать. Скажешь, привет от пианиста. Так, а чего я? В смысле, он, короче, по у тебя гильдии, типа, шмот забрал и съебал, да, с гильдии? Это тот, который у тебя Глору забрал. Скиллон это. Про скиллон. Я зла не держу, да. Я понял, про кого он имеет. Ну, ты-то зла не держишь, а я-то держу. Я запоминаю такие. Кстати, я сегодня видел Эльмурсия Лагу. Он до сих пор играет. Ну, пускай играет. С утра. Я а смысл? Смотри, Лёх, допустим, я ливну с гильдии, то, что будешь ко мне относиться, или ты будешь по-другому как-то относиться ко мне? Туда я ко всем... Как себя человек зарекомендовал, так я к нему и отношусь. По а человеку... как ты, типа, мягких тоже будешь потом? Ну смотри, человека, человек, ну, блядь, просто отношения, понимаешь? Вот человек выходит с гильдии, да, ну, вопросов как бы нету. Но перед этим он забирает шмотку, которая нужна другому человеку, а он ее забирает на олдспек. А чё Пала кикнули вот этого, спрашивает? На, скажи привет, пианист передавал. Эдвар, ты знаешь историю, как меня кикнули из Иллюжена? Знаешь эту историю? Скажи, я привет просто передавал, и все. Нет, он поймет. Я знаю вот историю того. Я к тому, что... того паладина, которого... Он ко всем по-разному относится. Он не гнобит, кого кикает, либо это. В зависимости от человека. Нет, типа, я не люблю людей, которые... Ну, стараются сделать чем-то, блядь, вот, ладно, уходишь с гильдии, уходи, типа, вопросов нет. Но если ты, блядь, уходишь с гильдии и пытаешься что-то сделать хуёвое, вот таких людей я ненавижу. Плюс я не люблю крыс, которые крысят шмот. Вот, блядь, вот этих людей я вообще терпеть не могу. Вот есть такой шиноби, который, блядь, крысил шмот в гильдейских рейдах. Я его кикнул, я его, блядь, ни в один рейд не возьму. Я его, блядь, ненавижу, ну, как, и все. Ну, я смотри, просто Лёха, его даже, вот, блядь, смотри, как, терпеть как ты... не перевариваю вот таких людей. Вот как ты говоришь, типа, то есть, представляешь, вот есть гильд 3, допустим, да? Вот есть гильд 3, да? И человек просто, блядь, просит другого человека, чтобы он эту шмотку забрал за приоритет и отдал ему. Вот таких крыс и сразу нахер избавляюсь. Я типа, причем помню... человек шел недавно в гильдию там. Блять, Эдвар, не перекричишь, момент. За больное задели, видимо. Ты вот взял действительно обидно. Ты тут просто, а нет, не тут. Да он взял вара какого-то уже. Да выкинь его этого вара, блять, там место освобождали. До паладина. Я, кстати, зашел уже. Все, давай. Там место освободили просто. Я просто помню тот момент, когда он вот эту гору забирал. И ты тогда, по-моему, прекрасно сказал о том, то, что, типа, он недостоин, и я, типа, недостоин. Но при этом он забрал гору из-за того, что у него, типа, приор было. Ну да. Ну я так этому, как бы, мне как бы все равно, он забрал и забрал. Ну, он, в принципе, все равно, слушал, понимаешь, что он забрал гору или, ну, типа, ну, это нормально вообще? Ну, он, типа, забрал. Забираешь, наклевать нахуй ты гору забираешь. Я бы лучше тебе отдал тогда. Да, просто у тебя мнение совсем другое было обо мне. Ну, не то чтобы обо мне, а ты говорил о том, что тебе типа, не понимаешь, если человек планирует оставаться там в гильдии, то есть, допустим, и тому подобное, типа, да, без вопросов забирай.
Но если ты стараешься вот, сделать хуже там что-то, когда ты забираешь шмотку и ливаешь, то нахуй ты нужен, типа, ясен хуй, отношение к нему будет хуёвое. А меня кикнули за лиф из рейда. Короче. Да. Что? Все через это проходили, так что все знают. Не, я два раза говорю. Он не знает, сказал. Хоть истории послушайте. По мне так, если честно, вот мое мнение, не знаю, он человек это в рейде ходил, он типа, может, сушил, он забрал его. Ну и хуй с ним, ливнул и ливнул. Он от этой шмотки, грубо говоря, лучше-то не стал. Ну. Ну вот поэтому я и не хочу с такими людьми иметь дела. Типа вообще, не хочу с ними даже находиться в одном рейде. Крысы, которые там, блядь, забирают шмотки и ливают и тому подобное, нахер нужны. Пускай ходит он, блядь, со своей гильдией, там что-то делает и тому подобное. Он себе выбрал гильдию, которая, блядь, у него тоже там какой-то доконтент закрывает, грубо говоря. Вот пускай с ней ходит. Типа в своих рейдах, ну, в рейдах, где я нахожусь, я с этим человеком не пойду в любом случае. Если человек делает что-то плохо, допустим, моей езде или лично мне, то нахуй он нужен вообще. А у меня вообще ситуация была их. То есть, допустим, если, допустим, грубо говоря, условно, там... Ой... Там у япончика, допустим, кто-то спиздит шмотку и съебется, то есть, блядь, ну, как бы, человек-то не у меня спиздил там какую-то шмотку. Потому что мне на шмотки, по сути дела, похуй. Вот, но если он просто сделал гильдию что-то хуёвое, допустим, да, то, блядь. Я как бы такой человек, что... Танктоватный всё-таки. Терпеть этого не буду. Рассаживаюсь. Да, знаете, на трэше будет его прошибать. Как и любого там. Чё за чей? Я зажралась, наша фанка покрепче. Зажралась. Чеев какой-то, короче, дает 30 тысяч ДПС. Надо догонять. Я просто реально не птевариваю людей. Вот. Хоть бы мне кто не просил там того же Шиноби, да, взять. Там еще что-то обратно, типа в видео. То есть неплохой человек, все говорят. Если человек, блядь, Пуга рейде скрысил при мне 3 раза. И, блядь, в гильдии скрысил 2 раза. Блядь, нахуй нужен вообще. Ну, представляешь, Пуга рейде, вот при мне РЛ ошибается, отдает ему печеньку. Его просит этот. Передай печеньку, блядь, потому что ошиблись, не тому отдали. Он говорит, так я ее уже активировал. Прошло ровно 2 секунды. Прошло ровно 2 секунды, блядь, с того момента, как ему отдали. А что за печенька? Целка или печать? Нет, это Т4. Да уж. Это сразу не знаю. Я уже её... А твоё мнение какое было? Моё мнение, ну, блядь, крыса, как бы. А почему, знаешь, ты как бы, ты как, ну... Ты как бы говоришь о том, что он типа крыса, но при этом ты же как бы лидер типа этой гильдии. Не, ну это пугарейд, это простой пугарейд, да я был простым пугом. Это не то, что он... А ты слышал недавно ситуацию такая была? Когда я типа этого обсирал, блядь, как его? Гаджет. И при этом Фарада был там, в том рейде, но я-то не обсираю никого в пугарейдах, понимаешь? Я же не обсираю никого. Я человеку пишу в ПМ, блядь, когда он мне там начинает со мной что-то общаться, я ему говорю, что я вот о нем думаю. А зачем это, ну, грубо говоря, там думать, если там проще написать по моменту? А зачем мне, блядь, в рейд писать? Как ты говоришь, его ник был? Шиноби. Шиноби? ДКшка, который серебан... Который с серебаном, блядь, это... Попросил серебана тринку на него паролить. Я такой, отдаю серебану, а у серебана есть эта тринка. Спрашиваю серебана, зачем ты ролишь? Говорит, меня Шиноби, блядь, попросил за свой приор ему тринку взять.
Я говорю, охуенные. Ну, слушай, Серебан на меня тогда гнал. Мы тогда с Вагой пошли выбивать бабычки. Ты помнишь это, да? У меня даже в игнор потом написал. Помню. Помню, поэтому... Вага мне заранее говорит, пароль на меня триню, бабычки ворать. Я говорю, да без проблем. Как бы, РТ на это нету, я пошла пароль. Серебан меня в называл. Да что? Понимаешь, до сих пор такого мнения тебе... Он тебя там шлюхой, грубо говоря, даже называет. Я знаю, мы с ним разговаривали, он в лицо нормально разговаривает со мной, понимаешь? Я прям двуличных людей терпеть не могу. А в чате ты видишь, что он пишет? Да нет, не слежу. Нафиг мне за это надо. Ну вот, ну это был пугарейд, понимаешь? Это был пугарейд. Ты понимаешь, там было от РЛ, вот ребята вы рассказываю, от РЛ было условие. Топ-3 по ДПС плюс 1. То есть там РЛ себе шмотку хотела нролить, но она не выпала. И как бы. А я предупреждала, что буду ролить на миличешку. На кота, грубо говоря. Вот. Вот. Там плюс. Плюс 3, плюс... Сейчас, секунду. И я ролила. Почему не ролил Серебан? Объясняю. Он шел по ДПСу, Вага шел вторым. Грубо говоря, мы должны были эту тринку втроем ролить. Но Серебан нажал... как это скилл у вас называется, которая под спину сразу закидывает? Череда. Во, он прожал череду... На лезвие он упал, упал по ДПСу и еще кричал, что РЛ кидала. До меня он тоже крысился, что почему я должна ему я должна была эту стринку сролить и разролить между Вагой и им. Но перед рейдом Вага меня первый попросил, собственно, поэтому я и пошла в рейд. Мне вообще этот рейд нахер не нужен был. Так вот вопрос возникает, кто из нас еще крыса? Ненавижу его. Да Серебан такой. На него грех обижаться, на Серебана, честно. Да он, блин, чокнутый. Ну, так я знаю. Как можно на него обижаться вообще, я не знаю. А кто это вообще такой? Я уже не первый раз слышу Серебан, Серебан. Я поверху выбрал. Это Рога, короче. Ну я знаю, что как это Рога. Кто на это? Череду прожать, вот вы мне объясните. А потом обвинять, что ему не дают триню паролить, потому что он... Он еще линковал свой ДПС до того, как он сдох, что он был первый по ДПСу, дайте ему триню. Он даже, кстати, когда вы кикнули, он сам пришел. Мне кикнули уже на паульешку, а еще только трещи. Сорян, блядь. Самый прикол в том, что когда он пришел в Санкью, мы сейчас у них топ ДПС. Понимаешь, трэш, меня уже на балуеску кинули. Он хорошо ДПС, но пока живет. Либо АФКшит. Вот вы себе не представляете, сколько он АФКшит, ребята. Кто-кто? Серебан. Серебан, это Рога, что ли? Да. Гаджет его, он же у гаджета Гейдзи был, да, по-моему. А я где-то еще в трайбах, когда был, какую-то охоту закрывал. Короче, чтобы вы понимали, первый трайб происходил так. Он, короче, стоял сначала в ФК. Я не знаю, что там произошло, то ли они поругались, то ли что. Он вообще стоял, грубо говоря, в ФК. Мы там без него что-то там потраили, упали, короче, не смогли убить. Второй, он что-то просто пошевелился там, начал автоатакой бить. Я не знаю, я так понял, то, что они типа поругались. А потом третий трайб вообще нахуй с гильдии. А, ему просто написали, короче, 1000 ГП, ну, за его, на, типа, эти трои, ну, сам ли ему. И потом он перешел, короче, сам к нему, по-моему. Да я в курсе этой херни, чего упадет. Ребят, извините, что перебью. А кроме Фарада кто-нибудь есть в сети, кто может протерпеть и рассказать нам продажу? А, есть, Кирс. Чё ну, ты хочешь, давай я тебе продам. А, 4, да это не мне, не мне, 4 токена на друида. Друидовские не валятся ни в одном рейде, вообще ни в одном рейде. Ни в одной гильдии даже, я бы сказал. Они всем нужны, да, всё. Кто без диса, тот без лута, я без диса, я без лута, окей, говорить. Ладно, я зайду, хотя мне...
Нет, я не слышу Фирса, короче. Тебе что там, андроида? Т5, да? Да, не мне, не у меня клиент есть, который, ну, готов купить как бы 4 токена за 200 повторений. Говори, короче, повтори топ-300к. Что-что? Да не, так никто не будет брать, о чем ты вообще, Редвар? За такие ценники, да? Ой, блядь, на рестер говорю, на друида вообще не продается. Я могу как бы продать, но при этом мне придется собирать отдельный рейд, если я захочу. То есть пугарит собрать и могу продать. Это шупы разбить. Где на десятки, что ли? Вон. Да какой десятки, 25-ки. Короче, видел этого серебана, у меня еще ДКшник был 240. Танчил какую-то охоту, кинул ему истерию. И это он мне такой пишет: вот типа к нам в гильдию. А я еще тогда втравил. По товарам. Нет. Серебан топ чел, че вы несете? Топ чел? Да. Ну он рогает там что-то 1 000 000 дамага. У него хороший дамаг, у него неплохой. Единственное, чтобы ему поможет, блять, ходить по рейдам хорошим, это всего лишь выживание на боссах. Да ладно, с пула тоже нормально умирать. Вот. А не выживает он на боссах банально из-за того, что у него на заднем фоне сидит 3 ребенка, за которыми надо смотреть, блять. Мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, вот допустим, смотри, заходишь на любой сайт, там на гайде написано, вот сначала я нажимаешь это, нажимаешь то, нажимаешь другое. Вот он то же самое, как будто по гайду прям делает, ему похуй на абсолютно на тактику босса. Что-то мне Фурик этот беспокоился, что агрос рвет, что-то не получается у него. Возможно, да. Но я тут не ДПС-ю так. Кнопочки нажимаю, и хорошо, 20-ка есть там. Достаточно. Вот этот Иисус вам не просился? Тоже у Санки офицер был раньше. Не знаю, мне дохуя кто пишет, я даже уже... Понимаешь, блять, так примерно представляю в голове класса. И понимаю, что, блядь, некого добираюсь. Единственное, кто, кого можно добрать, это Холи Пал. Своих хватает. Если я захочу, я могу сделать, типа, большую конкуренцию, там, толку с этого. Типа, когда мне будет приходить по 60 человек в рейд, блядь, где только надо 25, ну, тоже такое себе, знаешь. Он, был офицером, и он ушел, видимо, вот этим, у кого сейчас сидит, Легион Фира, а там, типа, у них второй состав, который был у Санкиев, они к ним перешли, и сейчас он, типа, у них сидит. Ай, он где сидит? Неплохой вар. Мне с Легион Фир, ну я вижу, типа 22 тысячи дает на ребря. Там у него шемка есть, по-моему. У Баронса, ну, тоже. Ну, с двумя... А, он, блядь, Фурик тоже. Череп и выбор. Ну, такой, но... Вулгеру надо вагонить. Вагонить надо, он тебя сам прогонит. Ну, вот, типа, фулл шмот с ЛК-25, оп. Да, фулл шмот с ЛК-25 обычка. Ну, человек был еще, когда была ЛК-25 обычка актуальна. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кстати, Лёх, спроси у него, почему у него это... шея на мастерство и грид. Ты у кого? Ты же у Вара спрашиваешь? Ты про кого сейчас говоришь? Ты же про Вара говоришь? Нет. Так, смотрите, подожди, я хочу лок оглянуть. Думхаммер, лок. Чиф. У меня приз в Думхаммере. Т5, одет. Бля, неплохой лок, вот реально взял бы его видео. Да, брюлей дохуя. Ну, нонсеты такие все на самом деле. Ну, неплохой лок, вот в Йидзе, может быть, взял, надо будет зажить. Ну, опять же, посмотрим там на Схарфе, кто как ДПС.
Короче, кто меня обгонит, того можно в гильдию звать. Ну, если так реально брать, да? То, ну, кто больше 20 дает, того можно звать. Ну, Иисус, вот так. Ну, можно его взять вместо Малдазара. Он вряд ли пойдет. Вместо Малдазара? А чё, кстати, Лёха, я забыл спросить. Там я что-то видел, ты кикнул Малдазара, а через час его назад забрали. Чё за прикол был? Человек не хотел со мной в рейд идти. Я помню этот момент. Когда он не хотел идти. Да он просто зовут Малдазара в рейд такой. Он говорит, ну все, иду. И сидит, короче, в своем пугарейде. Я такой, ну окей, хорошо, сейчас поторопим. Малдазар там, блин, реально чуть не плакал, блядь. Ну реально там, ну там вообще порофлили, если честно. Ну порофлили просто с Малдазаром. Мы даже не могли предполагать, что он чуть не заплачет, блядь. Реально. Мы просто сидели в Дискорде так поржать. Над Малдазаром, а блин, Малдазар там даже обиделся. Даже, понимаешь, жалко стало его. Реально. Да бля, нормальный челик, просто немножко вот иногда. Да не, Малдазару вопросов нет. Человек со своим опытом игры, блядь, нормально играет, типа для своего опыта игры. То есть, блядь, ну реально. Посмотри его персонажа. Посмотри его персонажа. Тебе очень сильно везет. Посмотри его персонажа. В нужное время. Он пришел на нужный сервер, он получил нужных людей, которые ему вовремя объяснили, как нужно играть. Да даже с теми же Т5 он попал в гильдию, где магам вообще не нужно Т5, и воронки еще упали в цене. Я не знаю, он вообще какой-то очень фартовый. Ну, типа, Малдазару реально, если нормально все объяснить, через год игры он будет, блядь, тут одним из топов, блядь. Не, я не думаю. Он, короче, как-то говорил о том, да, что он не... Совсем не новичок. Он раньше увлекался ПВП. Ну, ПВПшка играл. Но, да, но не играл ПВЕ, но при этом плюс он немного туповат. Вот на мое мнение, он немного туповат. Блять, вот дичь. Извините, что перебью, я просто много с ним раз ходил в рейды. Он, ну как бы у него мало очень опыта. Он тупо не видит там дебаф от Гера и не знает, как посмотреть, сколько. Дело даже не в этом. Видит он, не видит. Он немного. Вот. Как вам объяснить? У него восприятие, он вроде... Малдазар, пускай заходит в Дискорд, а то обсуждаем без него, блядь. Он вроде взрослый человек, ему 27 лет, да, там? Грубо говоря, уже парень, мужчина, блядь, там. Но он, блядь, себя ведет, грубо говоря, я хуй знает, как ребёнок. Ну, да, я удивлён. А почему, Япончик, у тебя голос вообще не твой? В смысле? Ну, не это такой... не япончик, вернее япончик. Это не япончик. Какой у меня сейчас голос? Ну вообще не такой, как всегда. У тебя больше голос на фараду. Я же объяснил, то что я просто надел наушники, и здесь у меня гораздо лучше звук. Вот и все. Вообще не похож, вот ни капельки не похож. Он пиздит транс, там на транс сидит. Где еще Малдазар? Пускай в рейд заходит. Да, какой у меня голос обычно? Ну вообще, я себя со стороны. Ну как бы другой абсолютно нет, человек, нет. Не такой, какой сейчас. Вообще даже голос, не знаешь, тебе голос, у тебя, когда ты через тот Дискорд заходишь, или через что там заходишь, такое ощущение, что ты на унитазе сидишь. Я верю, я знаю. Потому что у меня купался ноут несколько раз. Я там кто-то шипит, короче, постоянно, кулер работает, блядь. Есть такая херня. И когда ты начинаешь говорить, там такой. Другое место. Дарвана, отведи. Блять, ты видишь, я танчу трэп. Ты видишь, я босса бью. Бля, там квест. Ну квест ваша проблема. А что, ты всем мне там сказал бить трэш, что ли? Я ничего не говорил вообще. Ну отведи, ты заебал, бля. Где он? Босса никто. Нормально он стоит вон фуловый, что тебе надо?
фуловый Дарнован стоит законтроленный. Все там люди делают вот себе квест. Какой-то шпшка, блядь. Что за шп? Сенсунг. Видишь, в трайбах был хороший шп. Вообще, его хороший челик. Все, берем себе, короче. На заметочку оставляем. Бля, вот по горе так реально хорошие люди набирают. Сразу ну, повезло. Ну вот мастер со мной. Ну он такой, так. он еще хлеще, чем Редвар, пиздит еще очень больше. Больше, чем Редвар. Короче, мут ему даем. Ну типа да, я мут и давал частенько. Вот мут ему даем и все, и заебись-ка. Человек в муте сидит все РТ, а после РТ ему мут убираем и все. Не, ну, по крайней мере, он свободолюбивый, он не будет сидеть в муте, он или ливнет, или еще что-то. Кстати, Леха, ты помнишь, когда... Не, нормальный последний... тоже, адекватный. В РС-ку 25-ку ходили, когда меня Войт нахваливал. Если, типа, не я, то, блядь, мир бы светлее стал. Или что-то... Я уже придумал что-то. Я говорю, заебись. Редвару тоже на кому давать, да? Ну, блядь, да. Не, ну реально. Когда начинается Полины ров, ведь Полина злится. Вот тогда мастер, надо... вот этот вот челик, кто сейчас протопал, он реально адекватный, но у него, получается, стиль общения через маты идет. Ну, то есть просто употребляет их частенько. Ну не сказать, что прям зло употребляет. Ну, я знаю. Не парься, я знаю, кто это. Он мне помогал рейды собирать, потому что у меня было частенько, вот, допустим, до 3 часа ночи, я вот сижу, говорю, мастер, блядь, говорю, по РЛ там поговорить. Он говорил. Тащили вместе с ним гильдию. Поговори со мной, да? Не со мной, с рейдом. Я тебе, если ты по поводу мастера, то он так себе. Да нормальный челик. Нихуя себе, не нормальный. Понимаешь, вот я был такой гильдии на офисе. Где, блядь, все друг с другом срались, но при этом закрывали весь контент, блядь. И знаешь, когда были в рейде, ну, никто с друг с другом не срался. А так чисто вот, блядь, сидели просто, друг друга каждый там, ну, друг с другом каждый срался. Когда я заходил в ихний дискорд, и чтоб ты понимал, когда Void был не твоей гильдии, а в ихний, я такую хуйню там читал, то, что там, блядь, Войд топовый протовары, нахуй, а, блядь, этот мастер трав, блядь, топовый пури. Сука. Ну хули было дело. Просто там угорал. Не, там как сказать, ну знаешь, как получилось? Может, и рассказывал. Ну там получилось, что вот там реально челики были. Ну, корабль скажу покурить, короче. Там был состав хороший, но там получилось, что ГМ, который... А кто ГМ? Мидвей, знаешь, паладин? Нет. Ну я не знаю, наверное, никто его не знает, потому что он то ли играл редко, то ли чё. Короче, так получилось, что он себе шемку собирал. Вот я пришел как, он себе собирал эту шемку в осколке, в обычке. Чисто обычку начала гильдия ходить, траить. Из-за того, что ему осколки надо собирать. Он квесты купил за 100 там, тысяч, за сколько, я не знаю. Вот, и собирал. Значит... Может, а? Может, я мой квесты делал, да я не помню. Он то ли в джоках, блядь, я не знаю, где он делал. В джоках, говорили, делал. Вроде как в джоках. Или не их знаком. Ну вот, я присоединился в то время, когда... Шло освоение профа в обычке, ну то есть и пошло-поехал. Эрелил там отчасти. Геру я им эрелил, там лечей первых, там профа первого, синдруппер, все это я заэрелил. Ну когда, блять, вначале вообще на 8 боссов ходили, или на 7 геру. То там, короче, много историй там разных. Короче, вот ты боишься сколько стоит? Короче, я пошел курить пока что. Я думаю, корабли запустятся и без меня же, да? А чё, выпало где-то? Она мне с сумки выпала. Сколько она стоит? А, 4, что ли, я продавал. Или 8, или 4, как-то так. Ты бы дарма убил бы? Ты бы меня запорол вот эту хуйню. Как ты задумался?
как бы я его убил, блядь, ничего. Я же вижу, что люди квест делают, я им написал. Все, короче, я... Твоя третья справа просит, пишет. Пушка, Полинуш, вы ее обидели? Может, пошла в рейд слушать. Кого, Полину? Пойдем туда, кстати, поприкалываться, Полину. А что нам прикалываться там? Снег опять начнёт. Лучше не надо. За руки трясут. Скажет, дезморалишь. Пугов в шею выпадет из рук, блядь. Да пухи ДПСить не будут. Было 20, стало 10. Правая моя, да, пушка? Не знаю, там просто... Я все у нее, короче. Видите, справа свободный, кто будет. Я все у нее. Потому что я курю пока что. Как раз до Саурфа покурю. Саурфе надо будет DPC давать. Энги вот это нормальная сова. Сова? Ну, Энги. Так это Игорёк троном, блять, у него ДК. Это знакомый, хороший знакомый. Который с Яриком в свое время пришел, потом ливнул. Потом распались они вообще. И, короче, сейчас обратно вернулся. Это человек, который умеет играть за свой класс. Который знает все тактики. Который трайл со мной, блядь, целка КМ-ку в свое время. Который профу со мной целка КМ-ки первый раз убивал. Это скилловый челик, типа. Это человек, который, ну, реально знает, как... Ну, то есть что-то вот наподобие, допустим, Вольтя, да? Который, блядь, ну, ЛК контент, но ты затанчишь любого босса. Ну, типа, в целка, он то же самое. Вот побольше бы таких людей, которые, ну, реально, блядь, умеют для исполнять, которые, ну, лично хорошие исполнители. Не то, что там на рейд хорошие, а вот еще и лично хорошие. Ну да. Вот это, блядь, было вообще. Так, такого не бывает. Либо ты хороший рейдер и хуёвый ДПСер, либо ты охуенный ДПСер и хуёвый рейдер. Нет, вот ну, ты ошибаешься. Так... Очень такое бывает, но редко. То есть это как самородки называется. У человека и талант, получается, и он прошарит. Я тебе даже в этом плане скажу. Если ты, допустим, рейд-лидер, ты не сможешь хуяно выдавать ДПС и при этом. Блять, я тоже здесь поспорю. Бывали случаи, опять же, это зависит от того, сколько у тебя опыта, сколько времени ты играл. Бывает. Допустим, ты физически не сможешь выдавать ДПС. Я про ДПСера не знаю. Но если ты рейд-лидер, и ты, допустим, танк или хил, то ты сможешь все равно охуенно. В этом плане, да. Типа, ну, короче, просто не сможешь, потому что тебе надо дохуя чего отслеживать. Тебе надо свои проки банально хотя бы отслеживать, чтобы ДПС давать. А ты смотришь за рейдом, как бы, и ты наебаешься. Вот, если ты сплошной ДПСер, то ты отслеживаешь лично свое исполнение и отслеживаешь свой ДПС, чтобы максимально больше дать. Если ты там, допустим, РЛ, то ты отслеживаешь весь рейд, и там уже похуй на твой ДПС, главное, чтобы рейд все правильно делал, и все было заебись. Обычно в топовых гильдиях типа РЛ это танк. Либо танк, либо хил. В топовых гильдиях. РЛ может на любую роль сесть, типа, без разницы, это дамагер или этот. В зависимости от тактики босса. Типа, знаешь, бывает, где отряд, допустим, от милика лучше рейлинг, бывает от хива лучше рейлинг, бывает от танка, бывает от РДД намного лучше рейлинг. То есть в зависимости еще от босса, надо от босса правило. То есть, допустим, есть боссы, на которых ты за танка вообще нихуя видеть не будешь. Ну, грубо говоря, да? То есть ты стоишь, блядь, под боссом, и ты нихуя не видишь ни рейда, блядь, ничего вообще. Ты видишь только яйца босса, блядь. Все, больше ты нихуя не видишь. За хила ты видишь лучше эту картину, допустим. Вот реально, вот история, когда... Ёбаный в рот, что это такое? А то сколько надо отказываться? Я наебали на ут.
Да никто не может наебать меня на лут. Меня он наебали на БОЕшку, он выиграл, главное, на БОЕшку. Ну, конечно, это шутка, конечно, но, блядь, ладно. Это баг или чё, я хуй знает, на серве на этом. Что там такое? Ну, типа, вот так вот, лут меняешь, ты забираешь, и всё. Это должно работать так. Ну, нормально. А чё там у тебя? Глупо. Чё, а да? Ты подошёл, если что. Ну, сейчас уже иду, покажу компов. Осколок был? Да-да, есть осколок. А кто там спиздил? Не знаю. Я посмотрю. Если кто-то спугов, то сразу кикает, да просто. Ютон забрал ДС-ку. Прости, выиграл осколок тьмы. Он забрал. Тортик забрал наручи. Да никто ничего не забрал, не беспокойся. Я кольцо забрал. Ничего ты не забрал. У меня вон оно все лежит. Ну чё, ДПС даем или нет, как думаешь? Да, блядь, конечно. Короче, смотри, кто больше двадцатки дает, это можно в гильдию приглашаться. По-моему, ты здесь ведешь. А типа, кто не дает, того кикать. Давай. Короче, Войд, не даешь двадцатку, пизда тебе. Лёх, завтра у ДВшников есть что-нибудь по рейду? Или выходной? Ну, просто знать. Приходить днём или... Ну, типа, стоит халик 25 гер. Короче, вот у нас в топовой гильдии на циркуле были... Был РЛ, было два, блин, вот короче был один РЛ, который меня первый раз в гильдию взял, вот он и танчил, и хилил, ну короче все классы тоже. Второй был РЛ, тоже все классы, вот топовый чувак, Джерион Ник, короче, он вот из того разряда, что вот он и ДПСил, и всеми классами, танками хилил, короче всеми, блять, спеками, классами, всеми играл и давал больше всех ДПС, всегда, не знаю как. Читы, не читы, я хуй знает, но он топ просто. Вот. И был даже мем такой, что типа все... Он использует класс на 100%, типа. Вот, ну. Такого не может быть. И пара еще РЛов было, которые вот... Не, прям... я тоже знаю упор того чела, который... Такого не может быть. Всеми классами ударил... Всеми нет, классами, типа, да. Да, я всеми классами знаю чела, который знает... Любой, блядь, талант, любой спел, все, что только не спросишь за любой класс, он да. Тебе расскажет. Да, всю да, механику. Да. Просто такой задрот чел, блядь, вот был. Вот именно такая что... хуйня, да. Я вообще охуевал просто с него. Для нас типа это было нормально. Спорт. Это задрот чел, который реально хуярит. Нихуя себе тридцатка, блядь. Че там, Лёх, титановую фаску увидел? Да не, убил. Под настоем севера. В принципе, таким допросом можно и до вас ставить. Можно, конечно. Вон вы мне ласта закроете, блин, вообще будет заебись. Наступит момент. Кроете.
Да, надо будет зайти по Ирели. Ну да. Пока что я думаю, так справился. Не, на самом деле, зависит. Конечно, тут ДП смотри, еще. Тут только я ДПшу 8 косарей. Все. То есть тут даже вот самый последний хан идет, он десятку дает все равно. Слышь, япончик, ты это. Ты за тот раз не обижайся, ладно. Дай, господи, Войт, дорогой, все нормально. Ты че? А тут ты так расстроился. Я знаю, что ты хочешь осколки собирать, но так получилось. Мы сидели 4 часа в рейде. И... Да запей. Я. Мне если что-то не нравится, я говорю сразу же. Если мне. Ну. Я потом отошел. Я вообще очень отходчивый человек. Если ты еще до сих пор не заметил, я в этой гильдии вообще ни с кем никогда не ссорюсь. А если ссорюсь, то сразу же говорю. О, Воля упала, кстати. Клево. Парольте за меня, Волю. Что значит за тебя? Мы договоримся по цене, если что. Ну, в плане того, то, что, конечно, недорого, она мне, в принципе, нахуй надо, но, типа, за нее я отдам кладишки. У тебя есть анрол на нее? У меня анрол, только осколки просто его ем, все. Все остальное ролится. Че, паролить тебе Волю? Хотя у меня героическая. Я могу вам сними какую-нибудь, надень боешку. Или что-то в этом. Да нет у меня. Не надо такого делать, зачем? Не, я скажу просто обычное лучше, чем яровское. Ты можешь так сказать. Ладно, что? Типа топ-1 ДПС ролить Волю в обычке, стыдно даже будет. Ну вот смотри, типа... Бар, в принципе, 4, прист неплохой, лок, даже 2 лока, в принципе. Этот вар не перейдет к гильдии, к вам. Ну почему, за ломаном не закрылись? Заинтересовать. Я не про это, не про Иисуса говорю. Ну, в смысле, я про Иисуса, но он там это, той гильдии, в которой он сидит, там у них сейчас... Этот как его. Чтобы ты понимал, вот в той гильдии, в которой он сидит, они были с ангелом. А вот этот Иисус, он был офицером. И давая состав, который вообще был, грубо говоря, по гильдии, да? С ангелом, да. Они перешли именно вот эту гильдию. А этот чувак, короче, общается с Диэлем, ну, как друзья. И сейчас у них в данный момент. Перешел этот как его. Андер, ты знаешь? Раньше да. Был глава гильдии у Санки. Он сейчас у них сидит в гильдии. Он сейчас. Он, короче, бросил свою Санки и отдал этому боссману, а сам ушел, короче, вот в их гильдию. Он сейчас у них сидит. Что-то вагончиков каких-то мы набрали, что я топ-1. Хорошо, никак не нарадуются. Короче, обилось, если что. Да смотри, Лёша, скоро понерфят вас. Определённо. В смысле понерфят? У меня бесит, блядь, эквип, кроме двух тринкетов. Ну смотри, короче, замечаю такую хуйту. Вот мы приходим, допустим, на Лара. Вот я смотрю, вот вроде как Биг Баббл на первом месте. Он весь в брюлях, он просто ими умывается. И за ним идет ДКшка. И за ним просто идет ДКшка, на нем ни одного брюля нет. Я просто понимаю, что или Big Bubble слакает жестко, прям реально жестко слакает. Или вы хуярите, хуй пойми как. Не, ну тут больше вариантов, что мы хуярим, хуй пойми как. Ну вот как бы это одно из двух. И там где-то он, ну, допустим, ШПшки где-то посередине болтаются, десятые места. А первые места ДКшки. Вары, маги, Локи. В основном, кстати, демон Локи и Афлики. Да я просто силовой блат, хули вы хотели. Они агильные, вот вся разница. Агильный блат столько не даст, он даст меньше.
А еще разница в том, что у кого-то усилков слишком дохерище. Ну, у меня усилков мало. У меня 200 усилков всего лишь. Нет, я не про тебя, я не про тебя. Я вам, допустим, про Биг Бабла говорю. Ну, допустим, у меня много еще статов можно добрать. Банально переставив камни, там где-то что-то по это, доделав, профу одну поменяв. То есть у меня дохера силы еще можно добрать. То есть у меня ДПС будет еще выше. И еще банально я меняю две тринкеты, и у меня будет еще на там 1003 ДПС. И этот ДПС, он не полный. Там не хватает рунического оружия. Вот в чем разница. Типа, там еще нет 5000 ДПС, которые должны быть сверху. Короче, никто не прошел видео, судя по тому, что ты это написал, что никто не передпсил уже. Хотя в гильдии не на первом месте по ДПС. Своим бладом. Ну, то есть я в топ... Если брать мейн состав, то я буду в топ... Наверное, топ 9, наверное. Ты моего пристава гони, 1, 2, 3. Ну, я как? Говорю, если брать как? Основной состав, типа там топ 9 буду где-то. Все зависит от ДПС рейда. Ну тут он все хуёво ДПС рейда. Ну чем хуже, тем, блядь, можно больше разогнать. Ну, на Влада это не так работает. Чем хуже ДПС, тем меньше. Типа твой ДПС. Ну ты же не на бурстах живешь. Допустим, ММ Хант. Я на бурстах. Лучше на бурстах. У меня все через бурсты в Бладе. Два раза бурстанул и до свидания. Ну, то есть так. Мне же это истерия, руническое оружие, блядь, припод. Два раза только за бой, два бурста. Два бурста за бой у меня может быть. Причем вот я сейчас разогнал первый раз ДКшку до 31 тысячи ДПС бурст. 31 ДПС бурст. Ну, блядь, мало, ты посмотри. Я хожу, блядь, с волей героической и, блядь, зовом. Я помнишь, как я хантон до 30к разгонял на бурст? Ты 10 бил. Ну, причем это все соло таргет, ты учитываешь. Да, соло таргет. Ну я нормал какой-то. Вот, это все соло таргет. Потом что-то неинтересно. То есть, допустим, если бы я был во фросте, у меня ДПС бы еще на 5000 выше был. Я, кстати, не знаю, почему ты выигрываешь в воде, а не в фросте. Я бы просил. Потому что было бы интересен. Нет, просто. Нихера себе, просто намного интереснее. Мне интересен анхолик. Но для анхолика у меня еще шмота нету. Анхолик не выдаст ДПС. Он, конечно, он имеет, да, там типа охуенно АУЕ ДПС, но на нашем сервере он там. Анхолик выдает ДПС. Анхолик выдает ДПС неплохой. Да не бахается там нихуя бед. Там просто пета надо контролить. Там, блядь, пет превращается в это чудовище. Да там не прикол в пете вообще в Бладе. Ой, в анхолике. Там прикол в том, что ты можешь удар чумы, блядь, все эти удары хуярить без КД. Там же в чем интересная херня? Что у тебя руны откатываются очень быстро. Там дело не в этом. Здесь... Грубо говоря, в анхоле твой ДПС это равняется всему пету. Чтоб ты понимал. Ну, там половина твоего ДПС это твой пет. Да. Здесь в одно время пет баговался. Из-за чего вообще здесь дохуя люди писали на форуме о том, что... Даже вот этот Фрэнсис до сих пор, по-моему, пишет о том, что типа там нахуй что-то у него горгулья, блядь, хуйней страдает. Пет у него там хуйню страдает во время рейда, когда он там прожимает все бурсты, а при этом нихуя ничего не апается. Типа ни горгулья там, ни скорость атаки, ни в этом роде. Он до сих пор пишет, по-моему, эту хуйню. Ну, это я знаю. Но сам геймплей интересен в анхолике. Лучше, чем в любом другом спеке. Лучше, чем в любом другом классе. То есть у тебя, блядь, 10 спылов. Плюс еще пет, плюс еще гарга и всякая хуйня, за которыми надо смотреть. И, блядь, эти 10 спылов у тебя просто без КД.
Вот в чем прикол анхолика. 10 сплов без КД. И тебе надо настолько все прожимать быстро, что оно откатывается ежесекундно. Надеюсь, Флой даст отчет. Я нет, блядь, этой маски хуйни. Извините. Чё, тебе закинуть истерию, когда своя кончится? Ну, через 12 секунд. Скажем. Короче, вы ему клюете, истерить друг друга кидаете, да? Вернее, он на тебя кидает. На орке нет. Там на тут можно уже порезвиться, чё нет. Чё, кидать? Надо. Пороги нет? Брейдите. Трекиса попросить. Нет, нет. Ну надо ж, блять, похуй. Поставить задачу обогнать моего ТК. Так же неинтересно лизать. Даже тут фурик не справляется. А он не справится, там понятно, что... Да мне кажется, Эрдвар и твой тоже не справится. Да не, его фурик нормальный. По сравнению с этим... Он теперь... больше даст, да? Не, сколько? У Эрдвара больше фурик даст, чем это, этот фурик. Он вроде... Я тебе скажу так, этот фурик, по сравнению с другими, которые ты набрал варов, ну получше будет. Ну видно, ебать его в рот, ну, конечно. Есть, конечно, лучше там наподобие сайз, там, но... Его взял такие бросил, люди... если чё. Такие люди обычно наподобие сайз, они донатят, ну и они не, сидят... Не, понимаешь, вот этот Иисус, это друг, блять... Вот этого Бронсона, который, блядь, со мной раньше играл. Там Карифан, короче. Вот, и получается, что не проблема. Если что, будет там кого-то взять. У него, кстати, и против, по-моему, есть этого Иисуса. Неплохой, по-моему. В то время, когда я у них Санкьёв был. У них, кстати, передали, что он Шаемко там у него есть. Очень сильно обиделся за шапку с Джайном. А что вы, кстати, Леха, с ним говорили, и что в итоге? Ничего. Про шапку-то про эту. Он сказал, типа, мне кастерский аэродром не нужен. Зачем кастерский аэродром в рейде, если есть и так два шамана кастера и Холи Пал. Типа, пускай Хотова все делается. У него типа лаз шмотка Дамбиса, и он очень хотел ее забрать. Ну это РДДшная шмотка, а не... Я поэтому и спрашивал. Но... Я ему объяснил позицию свою, допустим. Меня даже, кстати, улыбнул тот момент, когда он сказал то, что о том, что Холли Пау, твиночка, которая сидит у них в Санкьёх, топовая Холли Пау, блядь. Не знаю, я не видел. Пусть я не видел в лучших своих годах. Боится, ты ж по-моему... Дайте мне на Холли Пале походить банально. Недельку вспомнить, что и как надо прожимать в рейды. И через недельку вы будете охуевать от счастья. Что, в соло будешь хилить? Да. Ну, мне без Холли Пал, если что. Ну, не хватает только чешки яровской. Чтобы, Люк, ты понимал, во время боя не придется тебе на Холли Пал идти там курить и что-то в этом роде. Там придется хилить. Я Холли Палом был до выхода, блядь, ЗС и ОК обычно. Я в Ильзе полностью Холли Палом. Вышло ОК и ЗС обычка, тогда я только на Протика пересел.
Я до этого момента был только холипалом. Я отыграл холипалом 1.5 года здесь на серве. Только вот последние полгода играю прото. А, еще не полгода, не полтора. Я полгода до холипала бегал ретриком. Когда мы с Вагой равнозначно дамажили еще. Потом Вага в ретрика упоролся, я в холика пошел, потому что требовала гильдия эти классы. Потом я на протика пересел, потому что прото надо был в гильдия. Протопал нормально. Банально, почему я пересел на прото? Потому что... Бой, пока не пуль. Этот, потому что надо было проносить РСХМ. РСХМ, и у меня просто не было... Ну, танка во тьму, и поэтому мне пришлось прото себе собрать. Первое убийство РС-ки ХМ-ки я танчил в протике. Вот и вся разница. Типа я подстраиваюсь не так, чтобы там... грубо говоря, что мне хочется, я подстраиваюсь так, в чем типа профит больше будет для актуального контента. Сейчас ОКГР, профит больше от того, что я нахожусь в протике. Ну, то есть, приходится подстраиваться под контент. То есть, где-то я был буквально... Если кислый будет танчить постоянно, я буду бегать в холике. Все просто. Смотри, Чейф что-то аж джестит. Ну, он крутит. Сейчас он сдуется, не волнуйся. Он крутил, пока мелкие слизни были под боссом. Все, видишь? Недолго музыку писал. Ну, а сам лог неплохой. Умеет играть. Сейчас и приз дуется. Что там, приз крутит, что ли? Да не лоб. Приз как раз таки не крутит. Ну вагон, как можно не крутить? Лок крутит. Демон. Хантом вот хуй накрутишь, блять, а престол на любом бусе. Вот Эндж крутит. Танч реально крутит. Как думаете, пойти профа сейчас? Ну да, можно убить. Проф убьет, кстати. Просто я думаю, заходить надо будет, говорить что-то или не надо. Надо тебе придется, кстати, да. Ну, тут проф легкий типа будет, знаешь почему? Потому что тут стопать на профи в обычке не надо. Это да. От красного убегаешь, от зеленого, блять, это. Единственное, что надо, чтобы слуш выбегали и этих слизней били все. Сейчас оно хуй. Слушай, если ты, кстати, уйдешь, скажи мне, на кого этот диван, если что, кидать, и я могу в кукле посидеть. Да, он перепончик в кукле посидеть, все, не слизней били. Я могу посидеть, но если надо будет, на самом ходе. Там без проблем, что там? Да я все. Могу в кукле посидеть. Не, а ты лег до ПС, да что еще? Я защищаю. Огонь, блять. Ну, я до ПС прихожу, давай это в кукле я посижу. Нет, понятно, вот что я. Сейчас на протопала зайду в кукле. Что там по ДПС еще, да, ну кстати? Ну вот нормально ДПС. Типа вообще заебись. Ты просто РДДшник, понимаешь, не хочется РДДшника на этих верить. Вы в 19 ДД идете, что ли? Профа идем же. Куда они побежали? Пусть я не знаю, что такое проф. Сейчас там откроют дверь. Нет, они уже, знаешь, они уже запуганы, то что ну не ходят они на профа. А ну, да. Там разрешают. Это самое.
пойдемте Фугарейт. Пойду. Фугарейт, пойдемте поднимемся на это. Да, зачем? Ты командуешь, ты иди, все. А. Мы знаем, что делать. Я тут проанонсирую, где надо что делать, не волнуйся. Нет, ты. А, я по боссу не кидал. Так. Нормально все было до этого. Вполне. Ну вполне не считай вот этого, блин. Я не понял, ты если ничего не доверяешь. То я-то могу, если ты там общаешься, видишь. Я там истории всякие рассказываю, да? Смотри. Просто, ну ты дурак. Туша Зеб вас накажет. Так, ты мне единственный момент скажи, мы сразу переводим. Не стопаем. Все. Да. Ну и все. Так, я тогда на себя метку поставлю. Там где-то кто-то недоконтролирует, надо, чтобы, допустим, ты законтролил и так далее. Все, они там сами заанонсят все. Да, так, я на красного, короче, бегу, пугаю людей, потом резко разворачиваюсь. Ты вот там будет. Так убедись, что он замедленный. Людей, блядь. Кирс, а ты что так тебе плохо? Знаешь, я когда вот был как-то раз на профи с пугами. Че, меня? На твине, на ханте. Такой этот красный ко мне идет, а я на него бегу, и все там кричат в дискорде. И тут, получается, пару метров остается, я подпрыгиваю, отрыв нажимаю и съебываю. Тут... И съёбываю от него, блядь, там, блядь, короче, знаешь... Короче, сэч будет? Люди выдохнули. Кто на ком сидит? Что значит, кто на ком сидит? Ну, ты танкуешь? Я танкую, есть. Да. А кто над вами? Вы домашки, короче. Лёш, а ты сегодня расскажешь мне подсказку? Ты же видишь, я в рейде. Не-не, потом, после рейда. Там я буду спать. Ну вот когда мне застать, чтоб ты еще как бы не спал и уже из рейда вышел. Служи бы выбежали там вагоны. Какую тебе эту подсказку надо? Да блин, никто мне ее не даст, кроме него. А, это тот чел, который, блядь, типа на баг хуйнит. Да типа два баг. Удара. Тебя а... с этой хуйней спалят? Это не баг. Если тебя там, с этой да. хуйней спалят, тебя забанят с этой хуйней. Да не забанят они. И тебе серьезно, там... кофе забанят, ёпта. Забанят. Там просто все настолько... Сложно, что никто не смог разгадать. Не то, что сложно. Там, грубо говоря, типа не фиксируется, но если при этом тебя сделают так, то что тебе докажут там то, что ты эту хуйню сотворил, я тебе отвечаю, тебе в момент. Ратвар, там не в этом дело. Там вообще не баг, это вообще нихуя. Это типа как варом удар героя добавлять к превосходству. Не, это, ч, это типа того, вот, знаешь? Типа это типа как ДК истерию кидает по себе. Ты знаешь, как на паладине протопами можно двойные стаки набирать? То же самое. Да то же самое, но два раза жопа хуярится. На ретрике нет? То же самое выходит, если спалит, пизда ему. Не знаю, ты не то, про то думаешь. Блять, ебучие колбы, блять, постоянно ловлю, потому что, блять, эти пидоры слуш не выбегают.
Нет, но если нет, нет. Вот, отводи её. Топ, там, блядь, милики вообще не бегают. Смотрю за миликами, отвлекаюсь. И мне кажется, что они вообще ё-бо-бо. О, ебать, что там за ДП? Короче, колба, секунд. Зелёного. Я вижу. Попозже зайду. Не сбегайтесь. Нормально. Оп, все. Сколько там процентов вот? 51%. Нормально идет. Для пуга рейда. У нас мертвые тела есть? Нет. Зеленый, беги ты, беги. Колба, три секунды. Сейчас кубка натопит, блять, эта тварина. Ты слизнем, которая. Колба сейчас. Не, не нас... Куда он, блядь, Долоран, сука, ведет или что? Хорошо, что тут чумы, блядь. Сейчас не представляю, какой должен быть пугарит, блядь, на профу в ХМ. Зачем ты, Леха, парнишку педалок? Беда. Сейчас прекрасно будет. Он там ночами, наверное, не спит. Все думает о том, как там, блядь, двойной урон нести. Слизня все, слизня все, слизня все. Если он это страдает, если он это страдает, будет вообще нормально. Все, если он там пил, короче. Там по-любому ночами не спит. Всё, нормально идёт, сразу. Вару проще, видишь, у него чарж есть. Он на первом месте, блядь, по ДПСу. Не, у меня просто да, ему чарж типа свичнулся. Ты видел, что он шмат? Надо бежать. Да все равно шмот, какая нахуй разница, шмот, типа. Ну тот же вот чейф вроде ДПС, а пельмени ловит. А, вот. А тут понятно, короче, смотри, тут, блядь. Весь урон, блядь, поэтому. Типа. Весь урон. Блядь, колбы ебучие. Куда он ведет? Не веди я туда. Я отбил тебя. А тут на мне сейчас да. Лужа, 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 лужа. Проводи к стеночке, вот сюда заводи. Ой, его. Если что, я сбросил стаки. А то там РДД, блядь, тупят. Да добьют. Да понятно, что это бьет. Просто удобнее. Пельмени видно, дальше летят. РДД пельмени не отбегают. Колба секунды. Готовимся. Все нормально. Добили. Сколько ачиев? Раз, два, три, четыре, пять. Пять вагонов рейде. Все, короче, привязываюсь к Яко. Япончик. Кому? Да. Пятый вагон. Сейчас гляну его шмот, кстати. Нормальный у него шмот, слышишь? Мне не нравится его шмот. Не, ну я имею в виду, блядь, то есть у него бис почти шмот. Типа по этому опову, да, но... То, ну, что он наделал, по сборке, да, согласен. Типа нахуя... Я не знаю, нахуя ему... Глора, допустим, блядь. Ну... Если брать Глору, допустим, и Джайна Пуху, наверное, лучше, да? Потом, блядь, не знаю, нахуй он брался Лук, блядь, а не Фалик, да?